Буэнос диас, дамы и господа. Дождливый воскресный денек. Даже можно сказать вечер. У нас 17:46. Без 14 минут 6 часов. Ребята, как бы вы подумали, куда я отправляюсь, ни за что не угадаете. Друзья, я отправляюсь за грибами. Поступила информация, что пошли маслята, и я как бы решил за ними съездить. Целый день был занят, вот вернулся недавно домой с работы, поделал кое-какие рабочие дела и приехал домой, делать было нечего. Позвонил Вадиму, Вадим поддержал полностью мою инициативу поехать за грибами. Сейчас еду, забираю его, и недалеко от города есть очень хорошее место, где растут маслята. Я думаю, что-то мы найдем там. В общем, смотрите, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Тихая охота у нас сегодня. Тихая охота. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Бабушка з дідушкою теж, видимо, за грибами їдуть. Отакі села у нас, друзі. Отакі от дома, забори. Дороги. Украинское село. Еду Вадима забирать. Вадик сегодня не один, он с сыном. Передавай привет. Привет. Грибы собирать. Здорово. Привет. Этот. Раньше, я не знаю, раньше я работал, раньше не получалось, поэтому только сейчас. Главное, чтобы нас дождь не намочил, смотри, какая там туча. Но мы вроде будем мы грибы собирать в дожде. Да нам тут недалеко, знаешь, как бы. Недалеко ехать. И я думаю, что собирать будем недолго. На сковородку. Главное, да. А, там небольшая туча, в принципе, она, я думаю, пройдет мимо. Едем. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Я думаю, что мы бы тут проехали. Мы ж на джипе. Ребят, мы в лесу. Идем на суперсекретное место с маслятами. А, вот мы не доехали, 50 метров, блин. Да. Вот тут, короче, где-то. Маслята. А вот кто-то разворачивался на мопедике, наверное. Что, идем смотреть, что там. Есть что-то, нету. У меня самое большое ведро. Смотрите, они как эти, как пионеры с маленькими. У меня, смотрите, какое. На 25 литров взял ведро. Да у меня просто другого не было. Короче, в этих елках. Слушай, они могут быть, кстати, очень маленькими. Есть? Да. Вон, смотри. Вот маслята. Пожалуйста. Идем искать.
Опа, есть классненький, не червивый, офигеть. Классный, да, засниму. Я сразу это, шкурку сниму, потому что. Ага. С этим, с травой не кидаю. Жик и снизу какой. О, не червивый. Да, крутяк. Она не червивый. У тебя червивый? Угу. Червивое брать не будем. Класс, в лесу вообще шикарно. Воздух такой. Класс. Идем искать грибы. Вот он, друзья, первый масленок. Ой. Корешочек оставим. Вот такой вот грибочек. Вадим, одного нашел. Одненького нашел. Отправляется в ведерко. Они обычно кучами растут. Но что-то тут пока одиночные выстреливают. Идем искать дальше, друзья. Кто-то ходил тут, видите следы? Следы. Трава замята. Кто-то ходил под елками, могут быть тоже. Идем искать дальше. Еще один, друзья, только камеру выключил. Еще один. Что там есть, Вадик? И у Вадика есть. О, вот еще, смотрите. Опа, ча. Чистенькие, не гнилые. Вот они, друзья. Смотрите, кто-то разрезал, кинул. Маленьких не увидел. А может, выросли так уже. Вот это вообще цинус. Такие на сковородочку. Супер. Вон еще один спрятался. Нашел, молодые. Этот какой-то гнилой. Мало, да. Их обычно тут растет семьями. Вот это вообще шикарные. Шикарные грибочки. Класс. Смотрите, какие. Шикарные, шикарные маслята. О, вот смотрите, еще раз тут махоньки. Этот гнилой, червивый вернее. Они только начались, Вадим. Тоже червивый. Идем дальше искать. Нет, тут мусорка. Это не, это известняк битый. А покажи, вон Вадик керамики насобирался. Ну так это хуторщина, но можно тут полазить, кстати. Ну вон на горбочке. Там ее валом, блин. Вот там, да? Да. Усыпано, ну, все. А тут видишь, тут ручей видно какой-то. Вот с этого стороны шел. Ну, может, да, болотик. Видишь, какой-то. Низина такая, туда уходила. А тут могли хаты стоять. Нет, тут. Что вы насобирали? Там вообще понты, и да, ни одного. Сейчас пойдем туда, чуть зайдем, да. Завернем туда дальше. В траву туда, да, пойдем? Да, давай здесь еще пройдемся, посмотрим. Первый, вон на горбочке, там керамики, блядь, усы. Идем посмотрим. Я тебе говорю. Что-то тут накопали. Так это мусор выбрасывали, видишь? Ямы. А, может, песок брали, понял? Брали песок, скорее всего.
И тут керамика. Не, вон она грибу там. Может быть, кстати, что тут что-то было. Очень даже может быть. А может повозили с мусором вместе? Там мусор здесь, а там нету мусора. То видно там домик стоит, а вот там на приборке. Может быть. Вот такая вот у нас сразу грибы-разведка, да? Вот что значит поисковики, сразу обращают внимание на керамику. Ну тут кирпич. Нет, смотри какая толстая. Ага. И вот, смотри. Смотри сколько. Ага, это... О, ручка, смотри, ручка. Прикинь. Да. И не копано, да? Вообще нету, хотя ну видишь прыщи этим. Типа перепахали или как? И где-то выпахали ее, да, с этого, да? А вон борозна идет. Надо будет полазить первый, я тебе говорю. Смотри сколько. Вот керамик. Вот керамик. Вот горшочка. Вот тоже. Ага. И? Ну проверять надо, будем. Да надо, конечно. Да, вот это же керамик. Ну все, приедем сюда как-то, проверим на днях. Да, ну, как песочек, классно копаться будет. Да, сохран должен быть хороший. Ну что, давай грибы какие-то искать, что ж мы там. Ничего не насобирали. А ну-ка. Да, я вот вижу, вот керамика. Вон керамика. Слушай, Вадик, надо сюда ехать. Надо ехать проверяться. Черная попадается тоже. Короче, друзья, нашли мы какое-то место с керамикой. И да, вон, смотри, тоже керамики вон. Я говорю, так вот ее тут полно. Тут, кстати, надо будет походить сюда. Интересное место. Да, интересно. И туда дальше можно будет где-то сходить. Тут такое как горбочек, видишь, оно да, как наверху. Что-то тут было. Будем проверять, друзья, это место в разведке. Идем грибы искать. Вон у Дани, смотрите, какой здоровенный. Офигеть. Вообще. Вон еще, по-моему, Даня. А, нет, показалось. И у меня вот малыш. Малыш. Вот такой вот темный. А, вот еще один, смотри, я ведро чуть на него не поставил. Блин. Белого нашел? Они такие есть с черными шляпками тоже, Вадик. В этих, кстати, в этих поваленных елках я тут тоже их собирал. Они вот эти с темными шляпками, их практически не видно. Они такие черные-черные растут. Не видать. А посмотрите, клещей нету. Так, что-то нету, идем дальше. Даня там ходит. А у меня друзья. Ну вот есть, смотрите, два даже красавчика. Чикс. Есть, да? О, видишь? Вот это вот маслята такие скользкие. А, вот еще, смотрите. Махонькие. Их практически не видно. Вадим, иди сюда, тут есть грибы. Три штучки нашел. Смотрим так, по краю будем идти. По краю елок. В елках так вообще. Смотрите, как шикарно. Как в сказке. Идем дальше, друзья. Смотрите, как в лесу шикарно, друзья. Так тихо. Тихо. И тут опача. Грибочек. Ц.
целенький. Надо же. Вот еще два. Еще два целеньких. Надо искать, они все где-то рядышком-рядышком растут. Ой, это кто-то сбил. Кто-то тут ходил, позбивал грибы. Да, какие-то звери лазили. Я думаю, что позбивали. О, я нашел, он был вдалеке. Да, я нашел. Вот так вот. Вот так вот собираем грибы. Порхолки. Вот бачишь? Нашел. Эть, пролезть надо куда-то. В лесу шикарно. Шикардос. Красавчик. Вырезай, и я нашел. Вот он спрятался. Старые, да? Вон еще. О, я нашел. Они такие, они в этих в колючках спрятались. О. У меня три молодых. Вадик, они в колючках, их еле видно. Да. Ну, в елках, в смысле, понял? Даня вырезает. Надо присесть. Может, их так лучше будет видно. Пока не вижу. Идем дальше. Нашел еще одного, друзья. Что-то собирается потихоньку. О, смотрите, какие поганки. В елках такие молоденькие растут, вообще классные. Следов зверей, конечно, тут куча, немерено. О, фруктовые деревья. Тут груши какие-то растут, Вадик. Блин, не порвать бы себе ничего. Не грушами. Порвал уже. Порвал себе карман. Да, старая эта штука. Идем сюда. Вот они, друзья. Вот они. Маслята. Буду дома их чистить. В таких местах растут елки поваленные, всякое такое. Надо рядышком смотреть, должны рядышком еще быть. Пока не вижу рядышком. Такой идешь тихо-тихо-тихо так, как будто, чтобы не напугать их. Что там, ежика нашел? Давай, снимем. Вот это не масленок, это поганка. А где он? Где он? Вижу грибы, друзья. Смотрите.
А, это не маслята, это какие-то. Где ты там? Вот. Есть грибы какие-то? Такой лес вообще шикарный просто. Слушай, в лесу кайфово, правда? Вот смотрите, оп, один, оп, второй. Я еще два нашел. Ого. Красавчик. Где там твой ежик? Показывай. Такой лес классный вообще, да? Да. А воздух какой, просто капец. Так, где тут выход? Где тут проход-выход? Семейка. Ага, класс. Ты знаешь, что ежики, они хищники? Да, они хавают змей, ящери. Ага. Ёжик. У нас это, слушай, у нас там в городе ежиков капец. У нас там такой хорошенький. Спрятался, бедняжка. Напугали тебя, да? Сиделся тут, тусил спокойно. Да. Никого не трогал. Колючка. Надо идти. Себя колючка. Лес, конечно, шикарный. Эх, идем, возвращаемся назад. С того места, где закончили. Вот тут вот должны быть грибы. Вот где трава растет. Сейчас туда выйдем, посмотрим. Вот здесь вот щавель. Кстати, молодой щавель растет. О, вот смотрите, я вам что говорил. Большой. Я думаю, что он червивый, скорее всего. Да, смотрите. Червяки. Червяки его съели. Если есть большой, значит, должны быть и маленькие. Сейчас поищем. Вот туда дальше сейчас зайду в траву. Идем, в общем. Друзья, я же говорил, что в траве должны быть грибы. Вот три нашел маленьких. И вот еще один. Маленький. Молоденький. Берем. Они такие еще маленькие, что их можно и не видеть. Можно просто затоптать. Что, еще один ежик? Еще одного ежика нашли. Вон что-то собирается уже, друзья. Идем дальше. Есть грибочек, друзья. Вот еще один, смотрите. Спрятался. Хоп. Вадим, они еще маленькие, прячутся под иголками. Я вот два нашел. Духотища, да? О, свеки. Две шипы тоже. Две, две. Еще один ежик. Да. Блин, откуда тут столько ежиков? Где он? Нет, это другой. Блин, ежиков просто капец. Ежик. Скажи, жился тут? Пришли, разбудили меня, да? Смотрите, какой классный. Ежик. Колючка. Смешной. Прячется. Привет, ежик. Не будем ежика трогать. Пускай живет. Мало грибов, друзья. Можно сказать, что их практически нет. Вон, смотрите, сколько я насобирал. Но это все не то. Маслята, они если растут, то
За это время уже бы насобирал это целое ведро. А так только на дне там пару штук. Ищем, ходим, ищем. Лес, друзья, такой просто сказочный, смотрите. Такая тишь, птички поют. Офигеть. Грибы растут, только не те, которые надо. Такой, чувствуешь себя каким-то древним скифом, который охотится. Класс. В лесу просто шикарно. Вон тоже куча грибов, но это все не то. Смотрите, как внизу красиво. Такие вот поганки растут. Это что у нас такое? Это тоже какие-то поганки. О! Не поганочка. Поганок куча всяких, да, растет. Блин, чё же это не маслята? В такой траве их надо искать. Малина какая-то растет. Лес очень меняется. О, какая-то дорога. Вот нам надо вот так вдоль этой дороги идти назад. И потом налево повернем. Идем, друзья, дальше. Ребят, ходим, все. Грибы уже насобирали, кто сколько смог. У меня чуть-чуть. Даня, молодец. Смотрите, и керамику собираем, смотрим, раскручиваем место. Вот такая вот полосатая и вот такая вот. Короче, керамики куча везде тянется. Вон Даня нашел какую-то заготовку под скребок. Угу. Короче, керамики тут много. Надо будет это место заехать, покопать, попробовать. Сюда уже как-то чуть меньше, да, его пошло? Да, сюда меньше, в основном так, как полосой. Сюда уже меньше. Ну да, на вот этом вот пятаке где-то все было. Да, вот там вот. Тут песок брали, понакапывали кучу ям, блин. Капец. Такого понаделывали. В общем, идем к машине, друзья. Грибов насобирали на жереху, хватит. А тут вот как будто шурф какой-то, смотри, да? Смотри, Вадим. Это мусор. Мусорка? А, это мусор. Засыпали, свезли мусор и позасыпали. Да. Вот и люди, свиньи. Нет. Пошли, идем нам к машине сюда, вот правее. Может, что каких-то... Ну да, вот на вот этом все горбу. И туда вот так, правее, левее. Вниз к склону. О, находочка, смотри. Манитос. Какой год, какой гурт. Какой герб. Идем еще пройдемся, может. Идем пройдемся еще, может это. Может каких-то... Ну, нормально, вон в воду кидай. Я вот тут уже керамики не вижу. Вот здесь вот еще есть, вот на этих вот ямах.
А сюда уже ее, можно сказать, нету. Что у нас там по времени? 8 часов, прикинь. Без 1 минуты 8 мы грибы собираем. Это нонсенс какой-то, да? Вот можно посмотреть, или там керамика есть. Нормальную такую яму выкопали, да? Угу. Нема. Ну это под мусор, Серёг. Под мусор выкопали? А, не, вот лопатами кидали, песок брали. Песок брали? Да, не упади. Аккуратно. Идем сюда, еще выйдем и это, и посмотрим грибочки, и к машине будем в это заворачивать. Нам вот так вот прямо можно, и потом чуть правее взять. А идем уже к машине. Не будем собирать? Да, что там собирать? Уже все насобирали. Сейчас и здесь керамика будет. Оп, вон, смотри. Смотри, видишь, только песок брали, там яма. Там папа. Где-то дорога должна быть. Тут нету, да? Не. Где-то... А, вот, чуть дальше. Чуть не туда завернули. Идем, в общем, к машине, друзья. Что там? Смотри. Керамика? Керамика, прикинь. Слушай, ну это что-то черное, дай-ка. Ну тут это вообще не понятно. Вадим, ну это керамика, но... Слушай, это керамика, но это не такая, как там была. Да, это другая. Это чуть другая, черная. Так, хорошо. Это очень хорошо. Да, да, да. Да. Ладно. Друзья, на этой веселой ноте мы с вами прощаемся. Всем, кому понравилась наша тихая охота, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.